27 мая, РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что примет в понедельник военный парад, посвященный столетию провозглашения Первой Республики в мемориальном комплексе Сардар-Апод. Завтра с 11:00-10:00 МСК, в мемориальном комплексе Сардар-Апад, в 40 километрах от Еревана, пройдет славное мероприятие – военный парад, посвященный столетию Первой Республики под названием «Век Победы». Имею честь как премьер-министр Армении принять парад. Также я выступлю с торжественной речью, написал Пашинян на своей странице в Facebook. По его словам, вечером в 20:30-19:30 МСК на площади Республики в Ереване состоится концерт и красочный фейерверк. Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардар-Ападом, Баш-Апараном и Каракелизой. Первая республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. Вознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардар-Ападском сражении, на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс Сардар-Апад и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы. Все новости Армении читайте на сайте «Спутник Армения».